На это он не работал, он уже вспоминает, как он бегал в детстве. Но это красота, Йохайды. Не, ну это лучше, лучше, конечно. Понимаешь, вот, вот в этом ритме у него комфортабельно. Он да? чувствует себя комфортно. Да. А как только ты ему напрягаешь, вот как нормальную работу, да. все. Он не может, потому что он не делал. Теряется в этом. Да. Нет, как он там же бегал навалом этой работы. Но только как он бегал. Ну как он? Техники. Никто же не видел. Ну да. То есть, а в основном они вот эти бегали там. Час, час двадцать, там, там час сорок, вот, вот. Ты его притормаживай, если чувствуешь быстровато. Но это где-то 4.20 где-то должен быть скорость уходить, но... Не сколько, не знаю, пробежали, надо успеть. 6 кругов еще будет. Интересно, где... Надо было раньше, чуть-чуть. А может быть, они и бегут... Бежит, а, не, не, может быть, 180. Это... Ну да, может быть, это есть этот темпик уже. Это темп и идет, да? Да, да. Просто я говорю, тут он... У него-то явно не 160. Да-да. То есть вот, вот может быть идея, Ване, как бы его вывести на нормальный шаг, именно вот по... Не, ну тут... Это самое, он бежит круг медленно, допустим, круг темп. Да.
максимально высоко. Yes, Pasmin? 10 5 3 2 1 Hop! Сейчас не надо высоко так поднимать.
Выше не идет, да? Аустер. Вчера он был еще раз. Ну, да, давай, да, Аустер. Аустер. Чувак, ну ты дай там. Ну, ты дай там. Не, чтобы руками туда-сюда. Прямые руки. О, вот. Я. Another side. Another side. Yeah. One. Two. Three. Four. Last one. Yeah. That's it. Yeah. That's it. Much slower, slower, easy, easy, easy. Все. Шлепает. Опять потерял. Шлепает, шлепает. Все, все, устал. Да. Не надо ему это. А, ты хочешь, чтобы он ускорение так сделал? Ну, нет, ускорение, чтобы он вспомнил это, то, как он бежал утром. А-а-а. Но нет, он все. Пусть естественно делает ускорение. Посмотрим, на ускорение будет у него это или нет. Когда он быстро, он как-то не так заметно было. Ну, сейчас уже пошел немножко.